У нас все еще есть военнопленные в наших тюрьмах. Не только во вражеских тюрьмах, но и в тюрьмах Еревана. У нас есть повстанцы-военнопленные в армянских тюрьмах. Наши друзья, которых они осмелились несколько месяцев назад вновь заключить под стражу. Стало быть, Никол Пашинян, внимательно слушай. Ты обречен передать управление нашей страной Варужану Аветисяну. Было бы хорошо, если бы ты сделал это добровольно и, насколько это возможно, раньше. Если же нет, мы вместе с нашим народом заставим тебя. Силой нашего народа мы заставим тебя. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.